Уважаемые слушатели, позвольте мне сказать буквально два слова о исполняемой программе. Те пять произведений, которые прозвучат сегодня, представляют собой как бы несколько ветвей еврейской хоровой музыки. Первые два произведения относятся к очень распространенным у евреев субботним песням. Эти субботние песни имеют огромное значение в жизни еврейского народа. Они отличаются огромной душевностью, поскольку суббота является главным праздником для евреев, и в субботу распространен обычай всем вместе собираться в семьи и петь эти песни. Поэтому они отличаются необычайным лиризмом, теплотой, а также камерностью. Следующие два произведения, которые прозвучат, написаны классиками еврейской музыки. Это произведения Гладовского и Хилленштейна. Огромное значение в еврейской синагогальной культуре имеет фигура кантора, солиста, вокруг которого группируется хор, и во многом выразительность этих произведений связана с возникающим диалогом между кантором и хором. И, наконец, пятое произведение, которое прозвучит, известно поколению наших родителей, это шуточная песня «Череби» из репертуара сестер Бэйли. И об этом произведении, наверное, долго распространяться не стоит. Собственно, это все, что хотелось бы сказать о программе, а теперь прозвучит музыка. Итак, первое произведение нашей программы «Субботняя песня» Шолом Алейхем исполняет хор, дирижирует Александр Царь. Thank you.
Исполняет Борис Вольф.
Amen.
репертуара сестер Бэй исполняется на идиш через Ингу Бой. Chibi, 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 ch